Пока в столице шутят про зима не будет, в Нарыне лежит снег и минус 7. И это еще потеплело, рассказывают местные жители. 2 недели стояли морозы, угля на отопление ушло много. У некоторых на исходе все, чем рассчитывали топиться до весны. А тут, как нельзя кстати, предложение бесплатно пополнить запасы. Это очень хорошая акция для такого холодного региона, как наш. Зима у нас длится целых 6 месяцев. Большое спасибо Кумтору за такую необходимую помощь. Подобная акция проходит впервые. С введением внешнего управления компания Кумтор начала системно оказывать благотворительную помощь тем, кто в ней особо нуждается. Компания Кумтор, как социально ответственная компания, им решила предоставить по 1 тонне им для каждой семьи. Именно вот мы сделали упор, чтобы адресная доставка была по всем селам, даже самым отдаленным селам. В районных администрациях Нарынской области составили списки. Многодетные, одинокие пенсионеры и семьи в трудной ситуации. Джанел Кадырмаева одна из первых получила уголь. Пока складывала, посчитала, сэкономила несколько тысяч сомов. Для ее семьи это серьезное подспорье. Мне позвонили из соцфонда и сказали, что меня включили в список на получение угля. И уже здесь я узнала, что это подарок Кумтора. Спасибо компании, которая заботится о людях. Желаю всем удачи. Благотворительной акции охватят все 5 районов Нарынской области. А это ни много ни мало – 114 сел. Отборный уголь закупили на месторождении Каракиче. Тем, кто не может забрать его с точек раздачи, уголь привезут адресно, прямо домой.